Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Митра Logitech. Не обращайте внимания на стрелы, просто я проверял нашу арену. Видите, да. И это новая часть по арене, как вы помните, в прошлой серии. Ну, не я был на телефоне, я не знал, что сделать, так что была серия, ну, на телефоне. А сегодня это прокачанная арена, где я буду теперь играть на компьютере против не таких фиговеньких мобов, а именно Хранителя, Разорителя, Голема, Зимогора, ну и еще там двоих. Это скелетов и зомби. Да-да. Броня у меня будет на починку, взрывоустойчивость, шипы и прочность. Меч на починку, сорту добычу, прочность, отдача, рыцарь, клинок, заговор огня с тотемами. Но тотемы не пользуемся, яблочками тоже. Потому что, что правильно, ну, пока что для легких мобов, а именно для зомби и скелетов, мы не будем использовать никакие зельки, ни тотемы, только броня, меч и хлеб. Зачарованные тоже ничего не трогаем. Все, всем приятного просмотра. Ну, как говорится, мы начинаем. Ну, и первый бой все-таки у нас будет с зомбями и скелетами. О боже, сейчас мы будем их искать. А вот и скелеты. Первая катка у нас, ну, можно так сказать, катка зомби. Это будет армия целая, да. Будут армиями, но хранитель будет один, потому что, ребята, я одного хранителя не затащу. А вы говорите, если кто захочет с армией посражаться, посмотри, как я буду сражаться с целой армией, пишите в комментариях, может быть, когда-нибудь сниму. Итак, на счет 3. Поехали. Все. Катка началась. Вот в чем проблема. Я не посмотрел. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько здесь маленьких зомби. А они, ребята, не маленько, не мало так наносят. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ох, тихо, я чуть за карту не. Ой, ё-моё. Это старые эти. Так, ладно. Это все надо выкинуть. Так. Вот насколько тяжело мне приходится опять. Боже, я думаю, я хлеб ем. Смотрите, сколько их здесь. Просто это вообще жопа какая-то. Ё-моё. За такое, ребята, надо поставить лайк и подписаться на канал. Не забывайте. Капец их тут. Ужас. Да уж. Да уж. Стрелять нечем. Жалко. Так, ладно. Надо что-то делать. Опа-на. Морковка. Идите в пень, дайте поесть. Так, идем отсюда. Скинем всякий хлам. Вот это, например. Так, что-то делать надо, ребят. Что-то надо делать. Что-то надо делать. Драться я не могу, мне нужно отхилиться. А отхилиться я не могу, потому что они идут. Так, сейчас они подойдут. Я кину. Перка. Да не к ним же. Капец, я прям к ним перку кинул. Так, еще выкину всякий хлам. Так, все, выкинул. Так. Теперь. Нам нужно покушать и отхилиться. Ну да, не будем бегать, короче, будем драться. Мы же не крысы какие-то тыловые. ХП у нас еще предостаточно. Все. Теперь чистим территорию, то есть карту, можно так сказать, надо ее почистить. Нефиг нам тут ничего-то шкирить. Опа-на. Проблемки у нас. Ну, это уже не это. Не это. Нам нужна ночь, чтобы зомби не горели, да? Ну, либо скелеты. Так. Сейчас мы соберем быстренько все проблемы. Переходим в режим креатива и полностью убираем вообще все. Весь лишний лут, да. Теперь берем армию скелетов. Если зомби нас так сильно натыкали, то что будет со скелетами? Мне кажется, просто скелеты друг друга поубивают, потому что я это знаю, потому что я понял это. И их много спавнить нехорошо, но это же армии, так что проблем ноль. Так. Сейчас мы убираем, потому что мы уже с ними сражались. И
Поехали! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Капец. Офигеть, у нас тут битва. О, нет, мне кажется, я не выживу сейчас. Мне нужно отхилиться, все, беги-беги, просто бежать. В уголок забиться. Можно, конечно, их в тыл накидывать, но... Они... И некоторые и на меня отвлекаются. Уф-уф-уф-уф-уф. Ну, ребята, по мне тоже, знаете ли, некоторые накидывают. Ой-ой-ой. Я уворачиваюсь мощно. Да зомби там еще кричат. Так, удар. Еще удары. Я, ребята, в незерке сейчас сдохну от каких-то скелетов. Так. Раз и два. Все, ребята, чистим быстро территорию. Тринг. Быстро надо почистить территорию, чтобы ролик не затягивать. Да уж, капец. Вот это пострелушка. Вот такое вот мы поубивали. Ну, луки, конечно, мы будем использовать. Конечно же. Как без луков. Ну, всякий хлам, конечно же, мы убираем. Все. Берем, убираем кости. Луки мы... Ну, луки мы тоже убираем. Стрелы мы оставляем. И теперь, вот теперь, мы берем на всякий случай щит и лук. Да, ну, вообще просто по приколу берем лук и щит. Потому что против зимогоров уже будет, знаете, тяжеловато. Тем более то, что я чуть... Давайте сначала отхилимся. Потому что против обычных скелетов я чуть не помер. Ну, а против зимогоров надо хотя бы что-то иметь под защиту. Да, вы скажете, это читерно, но может быть и не читерно. Потому что у нас еще несколько этих. Но, ребята, незерка против скелетов очень сильно дают о себе знать. ХП не так сильно убираются, как, ну, например, без брони. Но с крутым мечом. Но все же. У нас есть все равно проблемы по типу урона. То есть я не могу как бы супер-мега быстро регениться, кроме только с яблочками. Яблочками пользуем только для жестких персонажей. Именно как для голема и хранителя с разорителем. Так, ну много мы спавнить опять не будем, наверное. Потому что, как в прошлый раз, сейчас они по друг другу стрелять будут из-за того, что меня увидят. Появляемся и начинаем пулькать. Ой-ой-ой. Так, вперед. Мир совсем слишком новый. Ой, ну да, одно и то же, ребят. Ну, все равно, пофиг. Деремся. По мне тоже прилетает. На хпшки я не смотрю. Я лишь только пинаю. Только лишь бью критами. Разносить. Ой-ой-ой, давай по дальности пока постреляем. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Не в пень. Капец, у них хп больше, чем у этих самих обычных скелетов. Так, ребята, вот смотрите, я не вообще не хилился на протяжении долгого времени. И теперь у меня вообще хп половины нету, да. Это уже переборка. Это. Да что это такое? Да что? Так, ладно, все, не доштокаем. А... Давайте последнего добиваем. Подбираем быстренько лут. Ну, побыстрее забираем его. О, боже, у нас замедление же. Забираем быстренько лут, очищаем карту. И теперь мы готовимся к жестким персонажам. Готовьтесь, ребята. Здесь будет сейчас жарко. И тяжело, потому что здесь это уже не хухры-мухры. Здесь уже они не слабенькие. Скажу я. Я уже пытался до вас подраться с ними, но скажу сразу. Будет небольшой спойлер. Хранителя тяжело. А всех остальных может быть как-то там. И следующее, это будет не армия големов, а 4 голема. Потому что големы, ну, такие слабенькие. Против них стрелы, мне кажется, бесполезные. И щит мы убираем, ну, потому что это уже нечестно. Лук тоже, потому что на дистанции мы не любим держаться, мы любим экшен. Так что мы еще берем
в слота тотема на всякий случай. И берем и ставим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 големов, ребята. 7. И это не... Они не думайте, что они будут меня... Ой-ой. Ну, тут золотые яблочки можно уже кушать, потому что их много. Давайте всех на себя агрим. Видите? Что он мне сделает? Вот, он меня бьет. Ой-ой-ой. Все, мне нельзя хилиться. Одно яблочко на моба. Давайте их всех заагрим. Вот я про что и говорил. Надо... Они очень мощные. Вот, например, сейчас я мог бы умереть. Ля-ля-ля-ля-ля. Тихо. Обманка большая. Ой, зря я, наверное, так сделал, загрев всех на себя. Да, даже незерк. Я даже в незерке. Ой-ой. Ой-ой-ой, ребята. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Какие у меня дикие проблемы. Что делать? Я себя чуть не убил. Нет, 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 тотем сработал. Тотем сработал. Я просрался на тотем просто против големов. Ребята, вы говорите, это не экшен. Ну, ребят, я тотем просрал уже. Понимаете, насколько они тяжело с ними драться? Тем более, когда ты тут ловушки для себя же поставлены. Капец, я только троих вынес, а они еще, их еще много. Конечно, их на дистанции держать можно, но, блин, это тяжело их так держать там на дистанции, ребят. Уже тотем сработал. Ну вот опять сейчас тотем сработает. Ну и чё? Нет, не бей, не трогай тотем, да. Так, ну, короче, мы уже просрали целый тотем. Так, тихо, не умереть только. Все. Быстро чистим карту. Чуть не помираем от каких-то големов. Боже. Представьте, против 8 разорителей драться. Это что-то с чем-то будет, мне кажется. Это будет так себе, знаете ли. Берем разорителей. Но сначала нужно скушать золотое яблочко. Да уж. Настолько меня сильно покоцали. Так, стоять, я быстренько отойду. Мне нужно секундочка. Я вернулся. Надо было просто быстренько отойти. Итак, берем мы... О боже. Берем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 разорителей. Понимаете, насколько это абсурдно просто. Тут теперь я могу юзать золотые яблочки, потому что... Вот почему! Они очень сильные! У них много хп, и они сильные, так что я ем яблочки. Это... Они по силе, как один разоритель, а их тут 7. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Арена небольшая, так что преимущества никакого нету. О боже. Следить бы за хпшками, я даже не могу смотреть, потому что я пытаюсь играть. Ой-ой, зря я не смотрю на хпшки. Фу. Смотрите, что они сделали с моей броней. Просто. Ее нужно чинить срочно. Ни капельки никак. Вообще ничего не заделать. Надо чинить. Не починить, так помрешь. Просто столько сёдел. А у меня, да я даже тотем... Я тотем выбросил. Два даже. Тото я рукожоп. Да уж. Не слежу даже. Ну и самое последнее яйцо, самое опасное яичко, которое я боюсь вообще трогать. Ну, давайте сначала мы, ну, будем чинить броню, потому что... Я не знаю, как она чинится, конечно. Ну, возьмем...
я не знаю, как оно там чинится, так что будем чинить как обычно. Думаю, так оно чинится, да. По два забирает, по одному. Ну, это в зависимости от сломанности. Все, ломаем, убираем и одеваем более починенную броню. Ну все, вы долго ждали этого. Хлебушек мы полностью убираем, потому что он больше здесь не понадобится никогда просто. Сейчас мы спавним целого хранителя. Вот. Это собака, которая очень сильно меня пугала вообще в Майнкрафте, когда я просто попадала в древний город. Готовьтесь. Вот опасно. Надеюсь, ну... Ой-ой-ой-ой. Вот этого я больше всего боялся. Он ко мне идет, да? Да, он ко мне идет. Готовимся, ребят. Если что, сразу пьем зелье ночного зрения. Оно не помогает. Вот смотрите, почему я не люблю его. Тотем сработал. Тотем. Тотем второй. Вот. Видите, насколько он сильный? То, что даже я не смог его победить. Ну, всем спасибо огромное за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, и да. Вы думаете, это все? Нет. Мы будем дальше сражаться. Да. Но. Не переключайтесь с этого момента, потому что кое-что я бы хотел вам бы сказать. Вы думаете, что же ты хотел бы нам рассказать? А я скажу вам. Я бы хотел... Что же я хотел? Наверное, попросить вас опять же написать комментарии. Обязательно написать комментарии. Ну и хотел бы вам порекомендовать дебетовую карту от Альфа-банка. Да. Сейчас вы не переключайтесь. Так, короче. А хотел бы я вам порекомендовать дебетовую карту от Альфа-банк. Кредитная карта с целым годом без процентов. Бесплатное обслуживание и кэшбэк за все покупки. Получаете даже бесплатно доставку при заказе в течение часа. Ну, это для меня. Также она дает вам 365 дней без процентов на покупки впервые за 30 дней. До 50% рублей наличными бесплатно каждый месяц. 0 рублей за обслуживание в первый год и супер кэшбэк. Целый месяц до 100 рублей случайную категорию за случайно за, на случайную категорию. Кэшбэк на все. Каждый месяц вы можете выбирать 4 категории с кэшбэком, 5%, товары для дома, цветы, такси. Решайте, на что будет тратиться в этом месяце, чтобы получать максимум денег обратно. А потом раскрутите барабан суперкэша, чтобы выиграть до 100% на еще одну категорию. В барабане есть ваши любимые маркетплейсы и бренды. Не тормозите и закидайте заявку на кредитную карту, чтобы получить целый год без процентов. Заполняйте заявку за 3 минуты полностью онлайн, за 2 минуты дождитесь одобрения и доставят вам карту в удобное для вас вовремя. Не тормози и оформляй кредитную карту от Альфа-банк.